Мы как-то уже делились с вами нашей новой разработкой для Dodge Ram 1500. Это капот в стиле демон с функциональным воздухозаборником и функциональным выходом воздуха, то есть циркуляцией. Сам капот из карбона, но он окрашен в цвет кузова, а обратная часть, это паук, выполнена в карбоне твил 4х4. Также эти вставки выполнены в карбоне. Боковые вставки у нас черный глянец. И, соответственно, передняя вставка, она, как и задняя вставка, прикручивается с обратной стороны, тоже в карбон 4х4. Как и у любой медали, так и у любого капота есть две стороны. Как я уже сказал, внешняя сторона у него выполнена в цвет кузова, несмотря на то, что тоже она карбоновая. А внутренняя часть, это своего рода паук, выполнен видовым карбоном 4х4. Такое же плетение, как и внешние вставки. Одно из самых красивых плетений. Под солнцем смотрится просто сумасшедше. Скоро отправим счастливому владельцу его новый капот.